Здравствуйте. Очень короткое видео о стереотипах. Была реплика и справедливая о лифте. Видите, просто ставишь на другую сторону параллельный упор, поскольку он у меня с двух сторон работает. И пожалуйста, у меня даже и преимущество есть. Такого стола, но если допустишь какие-то нестандартные большие детали, я думаю, у многих такой площади нет. А ларчик просто открывается, просто ты смотришь на ту сторону, да, и не видишь, в общем-то, на самом деле можно так. И, в принципе, вполне нормально работать. Это, кстати, очень мешает думать. Привычка и стереотипы. Спасибо за внимание, надеюсь, вам было интересно.